Čau. Čau, čau. Meidnās un runāt Pilates. Kā jūs domājat, mēs gribam taisīt jauno projektu, ja? Mēs gribam palīdzēt vecākajiem generation, jā. Tā var pateikt. Paudzē. Vecākajiem paudzē, jā. Mēs gribam taisīt akcijas un iepas veikaliem, maksāt ēdekļus. Bet mūsu galvenais mērķis ir, mēs gribam taisīt remontus vecākajiem cilvēkiem, kam ir nelielas pensijas. Un kuram nav kam palīdzēt. Piedodiet man latviešu valodu. Rīkdīgi grūti atcerieties visu. Kā jūs domājat, tas ir labs projekts? Ko jūs varat teikt jūsu vietu? Jā, ja viņiem ir tāda vajadzība, ja, tad tikai nevar būt kāds kaut ko salvot vai santaktiķis vajadzīgs vai kaut kāds elementārs lietas sataisīt, no aizstāt pašiņiem. Gribam palīdzēt vecajiem cilvēkiem. Vienmēr vajag viņiem daudz cilvēks ar palīdzēt, un pašiem grūti aizsniegt cilvēks visu ar palīdzēt. Es arī domāju, pēc kā mūs valsts tagad iet visiņš uz priekšu, un viss it kā iet normāli. Jaunā paudze ir pieredzušies pie šitā apstākļa, kā dzīvot, kur strādāt, bet vecākiem cilvēkiem viņiem nav variāni. Viņi tikai dabūja to, ko varēja dabūt no valsts. Mēs zinām, tas nav perfekts. Bet mēs mēģinām visu palīdzēt. Redzēt, kā būs vēl? Jā, spīdēt. Pasībā. Jā, spīdēt. Dobrā un dņā. Jā, paldies. Viss labi, здравствуйте. Извините, это у нас первые тестовые видео, то есть мы пытаемся сейчас заснять видео насчет того, как вы относитесь к тому, что у нас запускается проект помощи старикам и пенсионерам. Бывают акции, мы оплачиваем еду в магазинах. То, чем можно помочь, то есть пытаются помогать. Мы немножко сплочаем молодое поколение, то есть чтобы они больше следили за своими стариками, если люди не обидятся, что мы так скажем. То есть за пенсионерами. Ну и мы решили дальше делать ремонт. То есть мы будем искать пенсионеров, у которых плохие пенсии. Так жизнь просто рассудила, что ну, так и не достало. Хорошие люди, да, то есть, ну, у них нет родственников или кого-либо. Мы просто будем делать эндоскопические ремонты, потому что 80% времени они проводят дома. Ich bin ein Tannenbaum. То есть, чтобы хотя бы дома они проводили это время. Поэтому я считаю, это важно. Ich weiß, danke schön. Даже я дети получу, когда пустые. Вам не надо помогать. Вы пустые, теперь сам садите в отпуск. Я считаю, это нормально. Ну, это действительно так должно быть, потому что вот я из Европы, и там уже проект давно, но это правильно. У вас есть бабушка, дедушка? Бабушка есть. Помогайте бабушке, дедушке. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Доброго вам дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что мы вас беспокоили, но у нас сейчас выпускается новый проект, и вот мы просто хотели бы спросить ваше мнение. То есть проект состоит в том, что мы будем помогать пенсионерам. Помощь будет заключаться в акции, будем отправить в магазин, оплачивать еду, то есть пенсионерам. Полностью или со скидкой? Нет, просто. Это как передача «Хочу поздравить» на Ютубе. Они платят тоже. Ну там толка сам. Нет, они бабулям. Именно бабушкам, пенсионерам. По-моему, Латвий такой, вы первый, кто будете это делать. Может быть. Я такого не слышал. Я надеюсь, что не последний. Вот это самое главное. Вот для этого мы все и делаем. У меня у мамы уходит вся пенсия на лекарства. Это прискорбно. И с этим мы будем бороться. И мы вот еще хотели шагнуть дальше. Мы будем делать ремонт, на ваши деньги? Да, это все идет в наших карманах. Пока что позже, может быть, будет плачь. Но в данный момент мы делаем от себя. Мы будем искать пенсионеров, кого не наградили хорошей пенсией, но неважно, по каким условиям, у кого просто не родственники такие, что как бы им без У нас вот такая соседка.
Она, вот это, кстати, будет одно из еще одних 70, видео. Следующее мы будем опрашивать людей, чтобы они нам помогли найти таких людей. 79 лет одна. Я вам могу потом свой телефон оставить. И все. Очень интересно, я даже запишу. Ну, скажите, пожалуйста, ваше мнение. Что очень хорошая идея. Вообще супер просто. Неожиданно даже, что кто-то вообще, да, возьму вам руку, что кто-то вообще этим занялся. Мы, честно говоря, 6 лет ходили с этой мыслью. Вот я только сейчас вернулся домой за границей и сразу был на проект. Я был в последнее в Норвегии, до этого в Дании и в Германии. Работал, но хватит, там пора домой. Ну, да, сейчас, да. Если мы все сейчас уедем в Латвию, а кто будет ее поднимать? Да. Да. Сейчас вся молодежь. Кстати, если нужна помощь физическая, могу тоже помогать. Это тоже будет на канале, да. И тоже мы будем спрашивать людей. Вот номер мой запишите, что-то, если что-то. Блин, спасибо. Я только, ну, в финансовом плане не могу, физически могу. Физически, это уже круто. Мы поможем. Кто-то физически, кто-то технически наши компьютеры. Ну да. Большое спасибо. Да? Огромное. Счастливо. Доброго дня. У нас сегодня такой профессиональный опрос. Мы устраиваем новый проект, помогаем пенсионерам, то есть старикам. То есть будем оплачивать еду в магазинах, в дальнейшем собираемся делать ремонт. Вообще наш проект будет именно тем, что мы хотим искать пенсионеров по вопросу пенсии, то есть и родственников нет. Ну или родственники есть, но так получилось, что не помогают ничего. Мы просто хотим спросить вот у простых людей, народа, у молодежи, как вы считаете, это хороший эксперимент, хороший проект, то есть как вы думаете, у нас получится, что-то не получится? То есть? Ну, я думаю, что вам очень хорошо получится это сделать, если будет много людей, которые это будет, как сказать, латвийский. Привет, здесь узнали там виса. Я, мы протом усто хоуп, как надеемся. Я опять думаю, потому что типа если будет отбалс, не? Я отбалс. Отбалс. Вот тогда да, вы можете что-то сделать. Не видно молодого человека, извиняюсь, как говорится, но если что, будет с GoPro-шки еще. Вот. Да. Привет. Вот, вот так вот. Вот. Так, вот видите, молодые люди тоже поддерживают это. Может быть, еще и успеете поучаствовать, потому что, если хотите, заходите к нам на канал и на Facebook. Нас можно найти в Loye Community, типа We Love Our Elder Community. Получается WLOE Community. Там будет канал, то есть там будут запускаться видео разные, и на этих видео мы будем спрашивать простых людей всякие разные вопросы, такие как вы думаете, как мы будем искать пенсионеров, то есть и вы можете поучаствовать, потому что предложить, допустим, ребята, вы можете попробовать так искать этих пенсионеров, потому что ну тяжело будет найти тоже, вы сами понимаете, надо именно находить таких, которым нужно. Они всем подряд, потому что столько денег у нас нет, и это идет все только с нашего кармана. То есть мы платим сами деньги за все эти ремонты и еду. Конечно. Спасибо вам огромное, ребят. Конечно. Большое спасибо. Спасибо. Нормально. Руку. Большое спасибо. Ребят, смотрите нас на канале. Окей. Доброго.